Всем привет! Меня зовут Оксана, и я рада вас приветствовать на своем канале Оксвелл. Добро пожаловать! Хочу начать этот визуальный влог с своих покупок, некоторые новиночки, которые появились в моих инструментах и аксессуарах для вязания. Начнем, наверное, с маркеров. Вообще, я не предполагала, что буду покупать такие маркеры, пластиковые, потому что я вообще ими редко пользуюсь, они достаточно толстые. Вот если в сравнении взять, я попозже вам поближе покажу, у меня вот был такой целый набор маркеров с AliExpress, очень достаточно популярных у всех в работах, и они мне не всегда нравились в вязании, потому что вот эта толстенькая часть, достаточно, если вы вяжете какую-нибудь тонкую пряжу, она давала вот промежуток такой большой, плюс не всегда как-то удачно и удобно застегивалась, приходилось какие-то усилия прилагать. Но тут я увидела такие маркеры от Tulip, или Tulip еще их называют, и решила попробовать. Во-первых, мне понравился дизайн, весенние такие сердечки. У них есть разные цвета, по-моему, розовые, красные, но я решила взять голубые, они достаточно такие пастельные, нейтральные, и попробовать. Давайте я их достану и сейчас покажу. Вот, мне кажется, очень милые такие маркеры, которые в вязании всегда нам пригодятся. Но в чем разница? Если вот смотреть с маркерами, которые заказывали с AliExpress. Во-первых, посмотрите, вот эта часть, да, она более находится далеко, что удобнее доставать из пряжи, чтобы ничего не цеплялось, или наоборот вешать. Здесь же нет, очень маленькое расстояние, и как раз таки эта часть цепляется, приходится, когда вешаешь, так вот рукой отодвигать. Но это у меня так, я рассказываю свои впечатления, у вас, возможно, все это по-другому. Плюс ко всему прочему, вот эта часть, она идет тоньше, чем это, что позволяет, опять же, не делать больших зазоров между петлями. Ну и, конечно же, по мягкости. Оказалось, что эти маркеры очень удобно застегиваются. Такое, знаете, плавное, мягкое движение. Ой, вообще не думала, что между ними может быть разница, потому что, пластика есть пластика. Нет, оказывается, что есть чем сравнить, и разница все равно присутствует. Но это уже, знаете, на ваш вкус. Нужно ли вам покупать такие маркеры или нет, или достаточно тех, которыми вы пользуетесь. Притом есть популярные маркеры тыковки, которые тоже очень удачны в работе. Я решила купить их, чтобы тоже у меня были в ассортименте такие интересные маркеры. Еще я взяла стоперы для спиц. Даже не стоперы, а наконечники, точнее, будет правильнее сказать. Бывает такое, что когда очень много петель и хочется отложить вязание или примерить, то они могут слететь, а спиц, поэтому я пользуюсь стоперами. У меня их есть уже такие две штучки. Я когда-то давно их покупала на вулмаркете у Вали Суходол. Очень, кстати, прекрасные, знаете, красивые такие, тематические. В этот раз я взяла, опять же, от фирмы Tulip, в виде тюльпанчиков красных. Тоже такие, мне кажется, весенние. Прекрасно поднимают настроение. Так. И всегда пригодятся в том случае, если у вас также со спиц слетают петли. Это такой, знаете, аксессуар, опять же, на любителя, не каждый ими пользуется, но если все-таки вам нравится, то почему бы и нет, потому что действительно очень хорошо держит петли. И самое главное, артикул, из-за которого был весь этот заказ собран, это вот такой набор крючков. Как я говорила ранее во влогах, я вообще не любитель крючков, я ими не вяжу, не потому что мне не нравится даже, может быть, а потому что я не очень ими умею вязать, и как-то не получается у меня с ними пока подружиться. Но несмотря на это, я поняла, что мне не хватает какого-то небольшого набора, чтобы у меня был в случае, если мне где-то необходимо будет что-нибудь связать крючком. И я купила этот набор тоже от фирмы Tulip. Посмотрите, какой он. В общем, маленький, очень удобный. То есть он размер с мою ладошку. И мне кажется, вот как travel-версия тоже очень удачная. Или для тех, кто крючком не вяжет, как я. В этот набор входит 5 крючков. Да, 5. Здесь у нас получается 3 крючка, где сам крючок с одной стороны. И один крючок, где вот эти головки с двух сторон. Хотела показать вам такую бумагу, которая здесь была в наборе, но не смогла найти. Значит, здесь по размерам 1,80 мм, крючок 2 мм, 2,5, 3,5 и 5. Возможно, для меня это будут самые ходовые размеры. Я, конечно, не знаю, опять же, не профессионал, но я думаю, что они мне пригодятся. Также в наборе
есть очень хорошие иглы. Я уже, кстати, успела ими вчера попробовать шить. И здесь есть такая толстая игла с большим ушком. И маленькая игла, но тоже с таким хорошим ушком для сшивания изделий, и линейка. Вот этим набором я очень довольна. Там на самом деле у этой фирмы Tulip достаточно большой, такой широкий ассортимент наборов крючков. Я взяла самый простой. Есть у них наборы крючков вот с таким пластиковым, ну, с такой пластиковой ручкой, розового цвета, красного цвета. Но тут все зависит от того, как часто вяжете крючками, нравится ли вам вязать или нет, и что вы предпочитаете. Есть такие же металлические наборы, где побольше номеров, но я не стала выбрать, подумала, что, возможно, мне он не пригодится. Вот. По поводу удобности. Вот этими, конечно, крючками я еще не вязала, а вот этим я вяжу сумку. И мне, в принципе, все удобно, все нравится. Единственное, что начала замечать, что вот здесь иногда как будто что-то трещит, такое ощущение. Но, возможно, это мне кажется. Еще, как видите, здесь такая выемка удачная. И когда вот берешь здесь крючок, получается, что вязать очень удобный. Мне пришлось просто поднять камеру для того, чтобы вам показать. Ко мне приехал недостающий моток Кати для того, чтобы я довязала свою сумку крючком. Хочу всем сказать большое спасибо за комментарий к прошлому влогу, где вы мне сказали, чтобы я не перевязывала, потому что ничего не видно. Я когда уже начала на эту сумку смотреть в течение этих нескольких дней, я поняла, что действительно разницы вообще не видно. Она достаточно пушистая такая, фактурная, поэтому ничего страшного в том, что я связала верхнюю часть как-то потуже, нет. Поэтому я просто довяжу. Мне здесь осталось связать с одной стороны бок. Здесь уже бок уже вывязан. И потом только верхушку. И все. Ну, а опять же, там ручка, кнопочка и сумка будет готова. Поэтому думаю, что в скором времени закончу. Единственное, кстати, что я вам хотела сказать. Мое такое наблюдение. Я когда вязала эту сумку, у меня ноготь весь пожелтел и почернел. То есть, видимо, от того, что пряжа красится или еще что-то. Но сам факт того, что имейте в виду, если будете вязать из этой пряжи черного цвета, что есть такое свойство, если у вас светлый маникюр, то он может пострадать. Сегодня еще ко мне приехал мой новый набор спиц от Лики. Это новинка этой весны. И я уже сейчас планирую снимать по нему обзор. Он либо уже вышел на канале, либо вот-вот выйдет. Расскажу, какие спицы туда входят и вообще, что в этом наборе такого примечательного, что я решила его купить. Поэтому смотрите на канале в разделе «Обзор спиц», обязательно такое видео появится. Я уже неоднократно показывала вам эти пасмы. Это носочная пряжа от Yarn by Stew. И я их покупала, когда участвовала в клубах. Что за клубы? Когда есть, например, определенная тематика. Вот была Гарри Поттер. Как вот эта у меня пасма из клуба Гарри Поттер. Или вот новогодняя. Вы заказываете основу, выбираете. Это может быть у вас обычный там, носочный состав. Меринос, нейлон, либо, например, как вот это у меня красивая пасма, меринос, нейлон и стеллина, либо стеллина, честно скажу, правда, не знаю, как читается. По-моему, еще раньше меринос можно было 100%, и, по-моему, там еще толщина. Суть в том, что вы выбираете основу и покупаете, участвуя в клубе. Там на картинке есть определенная цветовая гамма, по которой будет окрашена пряжа. Кстати, да, я забыла сказать, что это пряжа ручного украшения. И вы до конца не знаете, что вам придет. На самом деле это очень интересно. Я неоднократно рассказывала про это в своих видео. Честно сказать, даже в последнее время задумываюсь снять об этом отдельный обзор. Но суть вся в том, что наконец-то появился новый клуб. Там, кстати, буквально недавно еще можно было заказать пасмы из первого клуба «Гарри Поттер». Которые, ну, уже понятное дело, что они известны были какой-то цветовой гаммы, но кто не успел поучаствовать или хотел, мог себе это позволить. Так вот, сегодня ко мне приехала пасма из нового клуба. Это по книге, по произведению «Ведьмак». Честно сказать, я не читала, но, несмотря на это, мне очень хотелось поучаствовать. Поэтому давайте мы сейчас с вами откроем и посмотрим, что там. Я не знаю, там, что будет за цвет. Честно сказать, я даже немножечко уже забыла, какая была картинка, что я вообще выбирала. Но единственное, что я помню, что я заказывала с вот этой вот стеллиной для того, чтобы пряжа была с блесточками. Посмотрите, что за красота.
Я в восторге. Я не знаю, передается ли на камеру или нет. Я в шоке немножечко. Это мало того, то, что так красиво, это вообще превзошло все мои ожидания. Посмотрите. Я не понимаю, как она делает. Честно, у нее просто талант. У нее большой талант к окрашиванию пряжи, подбирание оттенков, цветов и вот создание всего этого. Я показываю вам, как называется. Это Shiny Stew основа, где как раз-таки вот этими блесточками, я их буду называть так. 400 метров в 100 граммах. Я, кстати, вяжу такую пряжу на спицах 2,5, и мне толщина устраивает. На больше бы, наверное, я не стала. Ну, вот 2,5 самое. Хотя, может, кстати, 2,75. Я вязала, по-моему, первые носки. Вот у меня есть Рону Уизли. Как раз-таки точно такие же. Вот видите, на 2,5. Очень даже хорошо все смотрится. Ну, 2,75 можно, если вяжете туго. Если вяжете очень свободно, пробуйте. 2,25. Слушайте, ну я правда, я в таком восторге, это потрясающе. Посмотрите, знаете, что самое интересное, что жалко очень эти пасмы перематывать на самом деле. Мне так нравится, как они смотрятся в пасмах. Почему у меня до сих пор лежат эти цвета? Потому что я в восторге, я эти три пасмы просто с... У меня сердце кровью обливалось, когда я перематывала. А тут-то вообще, ну это потрясающе. Знаете, такое ощущение, что этот оттенок вот голографический, он прям переливается, вот фиолетовый-сиреневый. В общем, да, теперь я, видимо, буду любоваться, потому что я не знаю. Связать, конечно, хочется, но пока я не готова перематывать и что-то вязать. Это очень красиво. Я попробую посмотреть, если там будет дальше продолжаться клуб, я, наверное, еще, может быть, одну-две пасмы куплю, и пока я не буду перематывать, я просто соберу такую мини-коллекцию. Ну, правда, если меня не вдохновит, я не решу связать какую-то очень красивую пару, например, носков. Сначала думала, что мне особо нечем с вами поделиться, но когда я собрала те процессы и даже готовые работы, которые у меня за эту неделю завершились, я поняла, что поделиться есть чем. Давайте, наверное, начнем с шапки. Это моя теперь любовь, кашемировая шапка. Я ее уже ношу с удовольствием и не один раз надевала. Во-первых, после стирки она стала невероятно мягкой. То есть она была и так мягкая, но после стирки она, конечно, раскрылась еще больше, распушилась. И такой мягкий-мягкий котеночек. По расходу, как я и говорила, у меня чуть больше двух мотков. То есть вот от третьего мотка остался вот такой вот клубочек. Здесь израсходовано буквально чуть-чуть. Если так, например, рассматривать, и вы хотите вязать несколько, то 5 мотков, мне кажется, на 2 шапки вообще хватит идеально. У меня пускай этот моточек лежит, я обязательно в будущем где-нибудь его применю. Но пока вот так шапка выглядит. Она немножечко уже, как видите, здесь колокольчиком снизу, потому что я ее носила, на голове, понятное дело, вот в этой части она растягивается. Но что хочу сказать, она абсолютно непродуваемая. У нас такие достаточно сильные ветра сейчас, и мне комфортно. Опять же, то есть мягкая, не чувствуется на голове абсолютно. И, конечно, вот с этой шапкой, взамен которой вязала, но разница колоссальная. Именно вот в тактильных ощущениях. Они получились абсолютно одинаковые. У меня здесь в этот раз как-то фотофон очень маленький, не могу вам до конца показать, но вот они получились одинаковые, и вот эта шапка взамен вот это. Так что, скорее всего, это либо пойдет в утиль, либо, ну, не знаю, на даче тоже такую не хочется носить, она действительно колючая. Посмотрим, что с ней делать. В итоге она уже очень старенькая еще. Ну и плюс ко всему прочему, наконец-то у меня появилась замена. Дальше. Из моих, давайте, готовых работ. Я довязала сумку. Я потом ее вам покажу как-нибудь уже в полный рост. Но пока давайте вот так вот кусочком. Видно здесь, что пряжа немножечко другая, но на самом деле меня это не смущает. Она именно просто пушистее получился вот моточек. Он какой-то такой, знаете, прям ворсистый. Получилось очень интересно, как будто так сделано специально. Наискосок эта часть более пушистая. Осталось мне здесь сделать кнопку, ручки, и все, эту сумку можно носить. Так что я довольна. Опять же, вот от третьего мотка остался достаточно большой. Возможно, когда-нибудь тоже где-нибудь применю, пока не знаю. Также из готовой работы у меня шарф. Шарф, вообще, я им так довольна. Значит, у меня вот осталось
таких два клубочка. Я не стала довязывать до конца, потому что поняла, что будет слишком длинный. Я хочу этот шарф носить также с курткой, а если я его свяжу длиннее, то он из-под куртки будет постоянно выглядывать. Поэтому я, конечно же, немножечко отрезала. Но опять же, эти клубочки я отложу. Я в последнее время как-то собираю остатки и по фактурам, плюс-минус по цветам, чтобы потом можно было что-нибудь тоже придумать. Так что это пойдет вот туда, к тем остаткам моим уже собранным. И, конечно же, я вам потом как-нибудь покажу его в полный рост. Он невероятно красивый получился. Вот эти переходы цветов, легкие блеск вот этих маленьких пайеток. Я, честно сказать, признаюсь, никогда так не делала, но сегодня я даже его выгулила, несмотря на то, что он у меня еще не прошел ВТО. Как раз-таки сейчас я вот сниму этот кусочек видео и пойду его стирать. Но мне очень сильно хотелось его примерить и прочувствовать, каков он. И я не отрезала кончик до конца, то есть у меня была ниточка незаправленная, чтобы понять, опять же, комфортную длину. Если бы, допустим, я понимала бы в процессе, что можно еще длиннее, я просто бы опять вот эту вот часть распустила бы и довязала бы. Но нет, все идеально. Что хочу сказать. Я вот сняла маленький кусочек, чтобы вам показать. Сейчас его вставлю. Я когда вязала шарф, я не поняла, почему в таких вот красивых мягких переливах вдруг резко начинается переход цвета. По идее, я потом даже зашла на сайт производителя, там такого нет. То есть там плавный, красивый градиент. У меня резкий обрыв. И я начала вязать дальше. Не сразу обратила внимание, что там действительно даже был обрыв нити. Видимо, на производстве, когда сматывали этот моток, что-то пошло не так. Нить, возможно, порвалась, и они там опять какого-то другого цвета присоединили. Когда я связала вот эту часть, я поняла, что нет, это вообще очень некрасиво. И потом, конечно же, опять шел плавный градиент, только он шел уже вот с этой стороны, от зеленого к бежевому. И тогда я примерила шарф и поняла, что ну нет, так дело не пойдет. Я распустила и взяла цвет уже, потому что зеленый был снаружи, ой, не снаружи, в серединке, а бежевый в конце. И я взяла с самого конца и вот здесь вот распустила и начала вязывать. Тут, конечно, тоже цвета немножечко, оттенки отличаются, но не так явно, не так сильно. Поэтому окей. Так намного лучше. Можно было бы, конечно, вообще вот этот кусочек тоже отрезать и сделать вот так. Допускаю такую мысль. Но, в принципе, и так тоже неплохо, очень красиво. Здесь есть бежевый цвет, как мне кажется. Единственное, что, кстати, еще, я вот здесь вот прятала кончики, и надеюсь, что после стирки не будет так явно видно. Мне кажется, здесь как-то немножко толстовато, хотя в ношении вот эта часть, она получается вообще сзади, снизу ее не видно совсем. Так что это даже так останется, если то ничего не испортит, никакой вот картины в целом. И знаете, что я еще сегодня поняла, когда я этот шарф надела, что он, в принципе, неплохо смотрится в комплекте даже с этой шапкой. Да, конечно, они по цветам вообще разные, но вот в принципе, вот так вот, когда носишь, то очень даже симпатично. И не к тому, что я не буду вязать тот бактус, который пряжа покупала, наоборот, я очень даже хочу, и сейчас в поисках рисунка, модели, но вот в принципе носить даже можно так. И еще, что я вам хотела показать. Это мой процесс полосатик. Его сейчас вообще нельзя расположить на фотофоне никак, потому что, как видите, он очень большой. Я связала перед спинку, сделала здесь вот уже, ну, соединила плечевые швы. Что хочу сказать, что я рано начала делать разделение перед спинки, и здесь мне пришлось шить два цвета. Надеюсь, что не сильно видно это. Старалась аккуратно, как могла. И я здесь даже не обрезала еще нить. Возможно, что даже мне придется шить немножечко вот так. Хотя, наверное, рукав будет очень узкий, если я так сделаю. Это я буду еще думать сейчас. И что еще вам хотела сказать, что я устала здесь убирать кончики. В
было очень много, но я решила, что я часть этих всех кончиков, которые есть, уберу на данном этапе, потому что потом, когда я свяжу рукава, и там еще будет много кончиков, потому что они тоже будут полосатые, но это будет катастрофа, и возможно, что он будет очень долго лежать, потому что эти кончики, они будут меня мучить, и я буду долго подступать к этому изделию. Потом, кстати, у меня очень много действительно времени ушло на то, чтобы эти кончики спрятать. Я их прятала в само полотно. Как бы вам, наверное, сейчас даже не видно будет. Знаете, вот просто повторяла петли, как они идут иглой, прятала. Мне кажется, таким образом вообще ничего не видно. Иначе бы, наверное, было бы более наглядно. Но я уже рада, что у меня процесс отодвинулся достаточно так неплохо. И сейчас я приступлю к вязанию рукавов. Горловину я оставлю на самый конец. Какой пряжи хватит, какого цвета, таким цветом буду заканчивать. Хотелось бы, чтобы цвет этот остался либо молочный, либо синий, потому что резинки здесь делала синие. Красный бы, наверное, не хотелось бы точно. Буду надеяться, что останется вот светлый, либо синий. Вот, на этом у меня все. Я буду заканчивать этот влог. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что я в скором времени начну еще несколько процессов. Пока это еще не точно. Я в каком-то, знаете, небольшом таком творческом кризисе. И, конечно же, буду делиться с вами своими процессами, готовыми работами, какими-то мыслями по этому поводу. Вот, а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока!